Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Afan of Music, и сегодня мы с вами послушаем Cold Carty «У меня внутри». Трещок с епишечки «Тебе жаль это слышать», который я бы очень хотел на самом деле послушать, но вы не набирали вроде лайки, поэтому если вы хотите, чтобы я послушал эту епишечку, а я лично хочу ее послушать, то пишите в комментариях с предложением послушать ее, и если что, я ее как бы послушаю, если ваш коммент наберет лайки. Да, я если что не вижу, вроде бы не набирала. Если набирала, извините, я просто не вижу. Вот, но сегодня мы послушаем один трючок с этой пишечки «У меня внутри». Это платный заказ. Спасибо вам большое за поддержку. Если вы тоже хотите поддержать, что-то заказать, то ссылочка в описании. Обязательно голосуйте. Ой, блядь, что я несу. Обязательно заказывайте, да, донат алерс есть на Твиче. Все читайте внимательно. И потом в Телеграме себя ищите. Ну и, конечно, там пустите, скоро тоже не забываем. Вот. Окей, что это такое? X-Mind Memories, он сам спросил. Cold Carty я познакомился недавно с его творчеством, послушал последнюю EP-шку, кайфанул жестко и надеюсь, что, ну, у него остальное творчество дальнейшее и предыдущее, которое я не слышал, тоже разъеб. Эти альбомы тоже можете предлагать, главное напишите и наберите лайков. Все. Начинаем. Let's go. У меня внутри. 2.36. Я уверен, что это должен быть крутой стиль, круто реализованный. Слезы на моих худых щеках уже давно высохли. Все еще не могу нормально спать наедине с мыслями. Не понимаю, почему я здесь. Давай поделимся смыслами. Я ненавижу жить в прошлом, но ты бы, наверное, смогла меня вытащить. Забери меня из моей башки. Я не могу спать, я не могу жить. Что со мной не так? Мне не снятся сны. Помоги найти. Хорошо. Охуенная структура, да, как обычно. Кайфово очень так. Очень личный. Если я попрошу тебя согреть мне руки, пожалуйста. Больше не могу идти вперед, знаешь, я так устал. Как же я устал. Как же я устал. Как же я устал. Как же я устал. Да, это очень. Кайф. Бля, хочу фулл эпишку послушать. Фан, что ты там плачешь? Да не. Вот да, блядь, на одном дыхании слушается. Ебать, блядь. Он это очень крутой чел, я не знаю, но он очень крут. Мне он очень нравится. Это прям охуенный стиль. Он охуенно его чувствует. Он очень чувственный, блядь. Ему веришь, он пиздец крут. Со мной ты хоть где-нибудь контент будет. Да я все хочу, блядь, но никак все не знаю. Когда-нибудь, я думаю, будет такой трек, который прям вот настолько на эмоции вызовет. Это должен быть охуенный, грустный, лиричный трек, где каждая строчка будет попадание в мою жизнь. И вот тогда, может быть. И он должен быть гипергрустный, типа, ну, наверное, да. Хотя на камеру все равно не получится, думаю. Соня. Посмотрите на этого фрика, блядь.
Я сейчас от счастья заплачу только. От смеха, блядь. Короче, это очень крутой чел. Возможно, структура на новых треках по пиздаче. Невозможно, а точно. Но атмосфера продолжает быть такой же искренней, чувственной. Бля, ебать, просто на одном дыхании трек слушается. В первом куплете какая пиздатейшая ритмика. Просто просто ебанешься. Вот. Кайф, это очень круто. Это очень круто. Я дико кайфанул. Спасибо, бро, большое за заказ. Ты правда герой, что коуд-карте заказал. Побольше бы коуд-карте заказывали, я бы кайфовал, конечно. Вот, ну... Да, заказывайте альбики его. Потому что это прям крутые треки. Да. Только попробую хоть раз засмеяться на ХМС, я отпишусь, поставлю везде дизлайк, потому что я под этот альбом плакал единственный раз от музыки, так что предупреждение дал, дальше выстрелы будут. Хорошо, я буду с грустнейшим ебалом на ХМС сидеть. Окей. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty. Все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.